Привет, с вами я, Фрейм, и сегодня хочу показать такой сайт, который называется twinslukastoyev.ru. Это сайт о том, как люди плагиатят песни. То есть плагиаты песен размещают сами пользователи. То есть, но тут даже не обязательно регистрироваться. Тут надо просто анонимно зайти и нажать вот добавить. Сейчас зайдем. Вот написать оригинал. Это, ну, оригинал песни. Это вот ввести имя исполнителя и название трека. Ну и повтор. Вот комментарий заполнить. Это надо написать комментарий. То есть можно написать, где он украл, что там такого похожего есть и так далее. Ну и код с картинки, капчу надо ввести, и она через некоторое время добавится. А также можно смотреть вот другие плагиаты. Вот, кстати, одно уже я добавил. Вот, вот можно зайти сюда и посмотреть. Вот. Ну, или можно перейти вот в Google и посмотреть информацию, подробную информацию от песни. Вот так вот. Прикольный сайт. Вот, алфавитный указатель. А, не, кстати, потом перейдем в алфавитный указатель. Вот, еще. Ну, вот это исполнителей рекомендации. Вот, топ-10 это по количеству плагиата победителей, вот, руки вверх даже. Ну, Рома Жуков это... А нет, это Сергей Жуков, руки вверх. А Рома это из дискотека «Авария», вроде бы. Так, результаты голосования, вот. Blue System, вот. Вот, смотрите, исполнители уже 2145, песни и плагиаты. Так, это что такое? Ну, это просто... Да, ну теперь можно... Ну, добавить, я уже вам показывал. Вот, прежде чем добавить запись, воспользуйтесь поиском. Возможно, такая информация уже есть в нашей базе. Алфавитный указатель, это... Ну, это понятно, это... Песни в алфавитном порядке. Комменты эти, комментарии про сайты, про песню. И что это? Ну, это информация о сайте. Ну, в принципе, все. Вот такое у нас короткое видео получилось. С вами был Фрейм. Всем удачи, всем пока.